Проблемы межнациональных отношений обсудили в рамках круглого стола в Махачкале. В его работе приняли участие депутаты Госдумы и дагестанские парламентарии. Обмен опытом и разработка системы законодательных норм в этой сфере стали главной темой обсуждения. Собравшиеся отмечали, что Дагестан имеет большой опыт сохранения мира и согласия между народами, и этот опыт должен быть использован и в других регионах. Депутаты затронули вопросы воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях республики. Эксперты отметили, что в последнее время этому аспекту уделяется недостаточное внимание, и пример тому – трагедия в Керчи. По их мнению, необходимо уделять особое внимание семье и школе, откуда и начинается формирование молодежи. С чего начинается член нашего общества? Семья, детский садик, школа, вуз, потом уходит в открытое море, этой жизни начинает жить. И вот огромное влияние, фактически я считаю, что это самое такое основополагающее влияние, оказывает именно школа.